Thank you.
Они его, считай, померли только. Возвращаюсь. Всем внимание. Нашелся герой. Чувствую. С дороги! Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, понял, открывай так, тогда. Вперед! Артём по поверхности шастал. Делать ему, дураку, нечего. Прикути язык. Он же нас спасал. Подожди, куда дальше-то? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Я
Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову, а ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выучили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да сколько угодно. Вон сколько лет сидит. Артём, сколько можно? Да, важно, у самого крыша поехала, так хоть ему голову не морочь. Не детей. Смей! Сколько нас останется через 10 лет? Ему покой нужен, а он после твоих рассказов... 10 лет? Не может. Сейчас уже шить нечем, про препараты я и не говорю. Артём на нашей станции лучший стрелок, но он уже с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливание в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А да. Если спартанцы слили, что? Артём, всё. Надоело. Вот потому они, наверное, если бы парни не подоспели, видят, ты бы уже обновял. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Ну ты, брат, князь, конечно, смотрите. Дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Но сейчас устроим пир. Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там, господи? Ну, лёд! Ну, ты да как всегда! Да хватит вам! Оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Ладно, всё, разошлись. Даю вам 2 часа на всё про всё. Ура! Сейчас устроим! А у меня как раз с собой мыло. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Ну что?
Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал? Ладно, идем уже. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт, слышал? Слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Умнее, твари. Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Неплохо мы их накрошили. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые.
Неплохо мы их... Накрошили. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты. Видели, что там едет? Видели, давайте быстрее!